роли, да? Ну да, потому что я до сих пор придерживаюсь со всей полнотой ответственности той точки зрения, что настоящий рок, он должен быть англоязычным. Но нельзя танцевать сертаки под диско, к примеру. Нельзя танцевать танго под минуэты Генделя, к примеру. В этом всем есть диссонанс, есть дисбаланс определенный, потому что рок, который возник, ну, о сроках говорить, например, это сложно, но примерно это 50-60-е годы. Можно долго говорить о том, что были госпелс, негритянский, потом появился ритм-блюз, и вот из него, через рок-н-ролл, как-то вот вытекло течение, ритм-блюз, потом появился рок и так далее. Он возник там, возник тогда, и он возник в англоязычных странах. Поэтому вся струва ее как таковой, она держится на английском языке, на английском произношении, на фонетике. На фонетике английского языка. И вот эту самую смесь неуловимую, как хорошо сбалансированный коктейль, в котором, как говорят мудрые бармены, я уже не помню, но как-то мне это казалось очень логично, должно быть минимум три части. Сладкое, кислое и крепкое. И вот их пропорциональное соотношение должно быть только таким, никаким иначе. Он 2, 1, 3, вот так. Если не соблюдается, можно мешать все что угодно. Можно вместо малинового сиропа заливать клубничный или любой другой. Вместо апельсинового можно взять лимонный или лайм и так далее. Но процент сожжения должен быть четким. Если оно не соблюдается, коктейль не получается. В пределах у него можно экспериментировать с цветами и красным. Так вот, я думаю, что в рок-музыке такая же ситуация существует. Есть определенная квинтэссенция, это ритмика и язык лингва. Если одно от другого оторвать, получится немецкий рок, русский рок, звезды итальянской эстрады Сан Ремо. Просто замечательные люди были, Джанни Моранди, Рики Фавре, не буду о них говорить, это все-таки не рок, ну, хотя они тоже молодцы. Адриано Челентано, тут какой-то даже не тоже живет в группу в Италии, но это не рок. Красивые песни со всем богатством итальянской культуры, которые просто были положены на какие-то роковые основы, вырезанные, украденные оттуда, с запада. Из английской музыки. Но сочетание ощущений рок-музыки дает. То же самое касается прошлого. То же самое касается рок-музыки. Так, я так или иначе не сбиваюсь, потому что ну, это тот камень преткновения, который существует между западной рок-музыкой и Да, понятно. Хорошее объяснение. Свои стихи на музыку, которая отдаленно занимает рок. Те же инструменты, те же тяжелые гитары, те же барабаны. Сейчас они скажут.